Thank you. Waiter! Waiter. Отстань. Can I have a glass of water? Water. Что ты ко мне докопался? Есть британский акцент, есть американский акцент, ты у меня русский. Да, есть британское произношение, когда ты произносишь слово вода как water. Есть американское произношение, когда ты произносишь слово вода как water. Когда ты произносишь слово как water, это не русское произношение, это неправильное произношение. Буква W не может считаться как V, потому что она всегда считается как U. Английская R не может считаться как R, потому что этого звука в английском языке просто нет. Русская «э» вместо звука «шва» — это вообще неправильно. Учите произношение.